смотри, корабль так и стоит там. Вот это вид с нашего номера на бассейн, а вот там вот впереди Индийский океан. 20 метров и ты уже в океане. Вот здесь вот наш ресторан, мы здесь завтракаем. Завтраки у нас включены. Завтракаем здесь, а обедаем, ужинаем мы уже в разных ресторанах. Ели акулятину, креветки, кальмары. А сейчас мы с мужем купили шри-ланкийский ром, Red Calypso называется, и кайфуем. Сейчас, наверное, пойдем окунемся, я так думаю, да? Да. Да. Влево пойдем еще. Вот такое у нас. Пальмы. Не получается увеличить. Нет, а вот. Куда он делся? Вон за вот этой вот кувшинчиком. Вон он. Куда дальше пошел? Вон он дальше пошел. Варан. Огромный варан. Прямо на территории отеля. Спрятался. Пока мы тут офигевали от увиденного, он ушел. Нашли ресторанчик Кикадуи. Все стены исписаны рекомендации. Полина называется. Называется Полина. Москва, Питер. Были здесь. Супер. Играет русская музыка. Ага, мы сидим, заказали акулятину с креветками. И слушаем шуру 90-х. Здесь вкусно. Нижнекамск. Камчатка. Вкусно, приятно, по-домашнему. И разговором развлекли. Алма-Ата, Елена. Смотри, 8 февраля, Алма-Ата. Мы тоже Алма-Ата. Беларусь, Гродно плюс Могилёв. Оля, Сергей, Алексей.
из Волгограда. В общем, вот, вот такой ресторанчик в Хикадуле. И Гейзет. Гейзет рулит. Шри-Ланка. Ансамбль шри-ланкийский исполняет Катюшу. Насколько же это знаменитая песня на весь мир. Ну, хорошо.